Что же, мы продолжаем ваши аплодисменты. Что-то вот... Да-да-да-да-да. Следующий номер носит музыкальный характер. Обычно, пародируя певцов, показывают сцену или репетиции, или что-то еще. Мы сегодня покажем студию звукозаписи. Это такая маленькая комнатка с микрофоном, куда заходят звезды и поют свои песни. Под ваши аплодисменты звукозапись. Сережа Штуров, пожалуйста, заходите. Здравствуйте. Здорово. Поближе к микрофону можно, пожалуйста? Чё? Поближе к микрофону, чтобы запись нормально шла. Слышь, ты тупица, что значит поближе к микрофону? Пасть прикрой, козел. Я сейчас поднимусь, тебе тыкву набью там, Записал? Записано, отлично, Сереж, молодец. Музыку поставим, все будет хорошо. Все, давай. Жанночка Фриске, пожалуйста, заходи, дорогая. Заходи, заходи, заходи. Не стесняйся. Здравствуйте. Здравствуй, Жанночка. Ну что, давай фонограмму включаем и поехали. Да, я по бумажке просто нолов не учила еще. Ничего страшного, не впервой. Итак. Так, Жанна, в чем дело? Почему тут буковки не закрашиваются? Я в караоке репетировала, а тут вот так вот. Жанна, иди опять порепетируй, позови следующих. Тутси! Тутси, давайте, заходите. Привет, звукорежиссер. Привет, Тутси. Можно начать? Давайте. Самый-самый-самый человек дорогой, самый нежный, самый родной, самый-самый-самый вечный роман, это тот роман, что придумал сам. Самый-самый-самый человек дорогой, самый нежный, самый родной, самый-самый-самый-самый главный вопрос, есть ли у вас в студии компьютер для коррекции голоса? Нету. Жанна Гузарова, заходите. Жанна? Да. Вы где? Я здесь. Я не вижу вас. Посмотрите направо. Видите синий провод? Да. Это я. До свидания, у меня виза закончилась на землю. Тимур Каштан Батрутдинов был за кадром. Гарик Мартиросян. Гарик Харламов. Добрый вечер. Comedy Club на канале Интер. Comedy Club Ukraine. Как это здорово. Может, поближе. Просто, Гарик, да. Я уже был в Киеве. Участвовал в съемках. Очень приятно. У тебя какие-то, может, новые ощущения? Ты в первый раз здесь. Первый раз в Киеве. Супер. Город вообще замечательный. Что? Красивый город. Очень красивый, позитивный. Ну, я думаю, что ты показал свой IQ уже. Доказал. Людям. У нас вечный спор с Гариком, кто из нас лучше. Недавно он говорит, давай все поаплодируй, кто из нас лучше, я или ты. Вот, все поаплодировали, непонятно кто. Так что, ты знаешь, у тебя тоже IQ тот еще. Не, можем сыграть сейчас перед людьми в игру любую, и станет сразу понятно, ну... Какую-нибудь интеллектуальную, я имею в виду. Ну, шахматы. В какую игру? В шахматы мы будем играть? Ну, в какую ты можешь играть? В шахматы я не буду с тобой играть. А во что? Можем поиграть в города, давай поиграем. В города? В города. Хорошо, давай, Москва. Москва? Ну, Москва, иди встань сюда. Москва на А тебе, давай. Москва на А. Так, Азербайджан. Это страна. Нужен город. Москва. А. А, на А. Орел. Харламов, нужен город на А. Орел через О. Да ладно. Город на А. На А, хорошо. Москва, А. Москва, А. Армения. Слушай, Армения это страна. Ну сейчас разбежался. Страна. Ну смотри. Ты, я не знаю, ты карту это. Мира смотрел когда-нибудь? Там Армения и Саратов одинаковые, понимаешь? Они такие вот. Хотя... Ладно, хочешь, ты назови город. И просто. Ну, с этого надо было начинать, между прочим. Да. Давай. Любой так. Город на любую букву. Любой город на любую букву. Ага. А Москва была уже, да? Да. Хорошо. Тверь!
Тверь! Тверь! Рикявик. Что это? Ну, Рикявик, столица Исландии, все знают. Ну, да. Не виноват, что ты не знаешь. Сейпал, ты так будешь играть, да? Ну, Рикявик, столица Исландии, все же знают. Хорошо, ладно. Жужень, столица Уэйбла. Рикявик, столица Исландии у него. Хорошо, давай так играть, не вопрос. Это может продолжаться бесконечно. Гарик Бульдог Харламов. Гарик Мартиросян. Я не понимаю, как с ним играть. Давай в игру, которую знают все и правила изначально известны. Очень сразу можно определить сразу, кто выиграл, да? Давай, какая? Давай, поле чудес. Поле чудес? Да. Тан та та тан та 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 та. Спасибо Сергею Ивановичу из Вологды за песенку. Очень, очень приятно было ее слушать во время рекламной паузы. И я напоминаю, что вы, Сергей Николаевич, дошли до супер-игры. Крутите барабан, а я буду класть таблички с названиями супер-призов, которые сегодня разыгрываются в нашей программе. Итак, сегодня разыгрываются земли в Аризоне, 200 тысяч квадратных километров. Тупо 20 миллиардов евро. Остров в Лазурном море. Замок возле Парижа. 70-этажный. И автомобиль! Сегодня разыгрывается нашей суперигре. Так, давайте посмотрим, что же. И автомобиль вам выпадает, Сергей Николаевич. Я думаю, что вы из Вологды за этим, собственно, и приехали. Потому что, как показывает практика, люди из Вологды за Нормандским замком или за островами в Москву не едут. Да, итак, автомобиль! Сегодняшний суперприз. И вы видите перед собой 9 закрытых буквок. Это зашифрованное задание на суперигру. Я напоминаю, если вы ответите правильно, то вы выиграете автомобиль! Главный суперприз. Итак, четырехколесное транспортное средство. Вот задание на супер-игру. Угадав это слово, я напоминаю, Сергей Николаевич, вы выиграете автомобиль сегодня у нас в программе. А у вас минута. Там, где вековая стояла пыль, свой след оставил автомобиль. Классную песню просто вспомнил. Не мешайте мне думать. У вас осталось 30 секунд. За 30 секунд, напоминаю, автомобиль преодолевает расстояние 20 километров, если он... Слушай, все, хватит, я так больше не могу, я почти угадал. Значит, машина. Вот смотри, вся страна уже догадалась, что это автомобиль, это тупишь. Я опять туплю. Я просто не знаю, как закончить номер, потому что явно... Хорошо, понятно, давай, что давай сыграем в то, вот где явно вот четкие правила и где невозможно. Вот, автомобиль твое, давай что-нибудь, например, кто хочет стать миллионером? Давай. Ты знаешь такую игру? Конечно. Там миллионерами хотят. Там стулья нужны. Там стулья нужны. Стулья в студии. Жидкие и твердые. Где они? Итак, дорогие друзья, что Поль... кто хочет стать миллионером? Что Поль? Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире передача «Кто хочет стать миллионером?». Я и ведущий Максим Галкин. Сегодня у меня в гостях замечательный человек. Все его прекрасно знаете. Напоминаю, состояние его оценивается в 200 миллиардов долларов. Это господин Билл Гейтс. Господин Билл Гейтс сегодня играет с нами. Я напоминаю, если вы не ответите на следующий вопрос, вы рискуете потерять 8 тысяч рублей. А? 8 тысяч рублей. Потерять рискуете. Что это? А это деньги. А, деньги? Я просто думал, деньги со 100 тысяч евро начинаются. Есть 8 тысяч рублей. Есть такое, да. Ну, давайте вопрос, хорошо. Черт с ним. Итак, столица США. Вашингтон, Кишинев, Тверь, Мурманск. Сразу, да, вот так? А можно 50 на 50? Хорошо, я прошу компьютер убрать заведомо два неверных... Нет, давайте попросим многоуважаемый компьютер убрать два заведомо неверных варианта ответа.
Хорошо, я прошу, многоуважаемый компьютер... Давайте убрать... на коленях попросим многоуважаемый компьютер убрать заведомо два неправильных варианта ответа. Хорошо, я на коленях прошу многоуважаемый компьютер... Который убрать... дал нам хлеб, крышу над головой. Убрать два неправильных варианта ответа. На колени! Да вы уже переходите грань, я, между прочим, тоже звезда. Да? Максим Галкин, слышали? Нет. Я в шоке. Давайте так, все, я попросил, убрали. Итак, столица США, Кишинев или Вашингтон? А можно еще раз 50 на 50? Нельзя. Можно. Нажмите F10, Caps Lock, Alt 3278, XE, F3. Enter. Итак, столица США. Угу. Киши или ваши? Ну, опять тупик, понимаешь? Ну и что выяснилось? Кто лучше? Конечно же, я. Почему? Потому что... Вот такой тебе. Потому что потому что. Потому что потому что. Давай сыграем в твою любимую передачу, в которой ты кулер выиграл. А, это... как называется? Кулинарный поединок. Да, кулинарный поединок. Кулинарный поединок. Номер называется «Серьезный разговор с сыном». Здравствуй, папа. Здорово, Андрюха. Ты звал меня? Ну да, слушай, Андрюха, надо поговорить как бы нам серьезно. Ты уже взрослый парень уже. Школу скоро там заканчиваешь. Все, надо с тобой как бы по-серьезному поговорить. Как бы, ну там уже у тебя уже девчонка же есть у тебя, да? Там, все. Нету девчонки. Нету девчонки? Нет. Ну а так, чпокаешь кого-то? Нет, а зачем? Что, не чпокаешь никого? Нет. Ну ты странный, Андрюха, ты че? Я в твои годы чпокал уже, ты что вообще? Вся пионерская организация гудела, ты что, Андрюха? Ты ж молодой там, ты что? У тебя же есть девчонки, да, такие нормальные? Есть в классе такие нормальные девчонки? Ну, есть, но они не чпокаются. Андрюха, все чпокаются, что ты? Все чпокаются. Ну, просто сейчас начпокаться, чтобы потом не хотелось же, понимаешь? Так, пока молодой, все. Есть там у тебя в классе такая одна такая, ну, самая классная такая? Ну, есть, такая? Ну, есть, конечно, ну, как? Катька-блондинка. Катька-блондинка. Да. Ну, ты... Ну, она ж по физике очень слабенькая. При чем тут физика, Андрюха? Ну, не, ну, как это при чем? Человек не может запомнить ни одной формулы. Ну, как это, ну? Андрюха, еще ни одной блондинки, ни одна формула не пригодилась, ты понимаешь? Ты же знаешь все формулы, ты должен пользоваться этим. Подошел, сказал там, Катюха, да, там, ты же не дотягиваешь по физике, да. Приходи, я тебя подтяну, там, натяну все дела, что ты? Не, надо начпокаться сейчас, пока молодой, начпокаться, чтобы не хотелось потом не, вообще. Не, мама говорила, что девочка должна быть, ну, скромной, из хорошей семьи. Да? Да. Ну, есть такие в классе у вас, есть? Ну, есть, да? есть. Ну, а ты там с ними? Ну, как? Ленка есть. Ну, она не, мне не нравится. Ну, привыкай, старик, все, привыкай. Тут же, понимаешь, такая наша мужицкая доля, понимаешь, как бы... Одни чпокаются, другие из хорошей семьи. Это всегда так. Надо сейчас как-то, пока молодой, все там. Травку куришь? Не. Зря. Андрюха, ты не, что? Ну, ребята предлагали, я отказался. Но это на алгебре было, мне теорему идти было доказывать. Да ты что, теоремы под этим делом вот так вот просто улетают вообще. Нету вообще тебе. Я в твои годы, ты что, я такой, это надо сейчас накуриться, чтобы потом не хотелось, и все, понимаешь? Пока молодой, накуриться, вот, чтобы не хотелось вообще. Порнуху смотришь? Не смотрю. Как? Чего не смотришь? Ты что? Я тебе все время оставляю в магнитофоне кассету. Чего ты? Я выставляю самые классные места, а ты не смотришь. Ты... Не, ну мне не нравится. Там драматургия слабая, сюжет никакой. Андрюха, что не нравится тебе? Три бабы, семь матрусов. Ничего себе сюжета не нравится ему, слышишь? Капец, надо, Андрюх, сейчас насмотреться, чтобы потом не хотелось. Ты понимаешь, сейчас насмотреться. Не, ну мама говорит. Да что мама твоя говорит? Все. Кто тебя воспитывал, я или мама? Мама... А шрам у тебя откуда на лбу? Помнишь, я тебя подкидывал так вот и говорил, Андрюшка, расти большой, вырастешь, будешь всех чпокать, помнишь? А кто в дверь позвонил? Мама. Мама твоя. Это,
мама твоя из хорошей семьи, вот это. Дарюха. Ну хоть, ну друзья у тебя есть хоть? Не, ну есть друг. Есть друг? Да. Ну хорошо. Витька. Витька? Да. Какой Витька? Ну Витька. Это Петик вот тот Витька? Ты что, чпокаешь его? Нет. Чпокаешь Витьку? Да нет. Я тебе дам. Да нет, ничего себе. Нет. Витька нашел друга себе. Он что? Меня. Как он тебе? Как это он тебя чпокает? Ты нормальный вообще? Не, как это он тебя чпокает? Я тебе сделаю. Ну ты же сам говорил, чтоб не хотелось. Чтоб не хотелось. Я тебе сделаю, чтоб не хотелось. Привет вам маленький, но очень горячий привет из Москвы. Поэтому добрый вечер, Украина! Продолжаем знакомиться. И в своих монологах я стараюсь как-то рассказать людям то, о чем они, наверное, мало знают. Поэтому сегодня я предлагаю восполнить некоторые пробелы у себя в голове. Давайте это сделаем вместе с вами под ваши громкие аплодисменты. Поехали! Привет! Знаете что? Сейчас расскажу про то, что каждый из вас очень долго ходит, выбирает, выискивает, чтобы потом, сука, быстро снять. Итак, одежда. Тихо. Кольчуга. Кольчуга, сука, дырявая. Потому что придумали кольчугу древние богатыри-герои. Чтобы во время боя тело дышало. Бывало, тело дышит, а богатырь уже хрен. Дальше. Лапоть. Лапоть, сука, приятно. А нет, стоп, что. Опечатка, да. Лапоть, сука, древний, вот что. Лапоть появился случайно, когда пьяный крестьянин наступил в лукошко с клеем. Он же придумал мат и бить жену. Тапки. Тапки, сука, разноцветные. Эй. Тапки придумала собака. Хрен его знает, принесла откуда-то, что ли. А вот белые тапки придумала собака, которая, сука, опоздала. Ладно, не будем о грустном. Колготки. Колготки, сука, порвались. Самая популярная у баб фраза. Что интересно, колготки носят женщины, Леонтьев и дети до 6 лет, независимо от пола. Независимо, да? Все мужики прошли через этот ад, да? В обоссанных колготочках в школу, да? Вот, да. Дальше, морская тема. Бескозырка. Бескозырка появилась случайно, когда козырек фуражки боцмана отвалился под тяжестью говна альбатроса. Но бескозырка, сука, гуманная одежда. Теперь матросы могут сосаться с бабами, не ломая им носы. По-честному. Дальше. Сарафан. Сарафан, сука, длинный. До пят. До самых пят. Сарафан придумали русские красавицы с толстой сракой и волосатыми ногами. Причем красавицы придумали сарафан специально, чтобы во время хоровода коса не натирала жопу. Дальше. Трико. Тут все просто. Трико, сука, придумали алкоголики. Все. А трико с вытянутыми коленками придумали алкоголики с вытянутыми коленками. Все. А трико с лампасами кто? Генералы-алкоголики. А других и нет, по-моему, да? Дальше. Пиджак. Пиджак, сука, тоже придумали алкоголики. А, чтоб было под что носить тельняшку, сука, и синее трико. Потому что пиджак, тельняшка и синее трико – это классический спортивный костюм для игры в домино. Но первым пиджак стал носить Брежнев. Потому что на майку и трусы ордена все, не помещались. Трусы. Трусы никто не придумывал. Их по стариночке нашли под кроватью. Все. Носки. Носки, сука, а где второй? Извечный вопрос. Что интересно, чистые носки появились гораздо позже обычных. Обычные тоже никто не придумывал. Их по стариночке нашли под кроватью под трусами. Стринги. Стринги придумала Дана Борисова. Когда гладила трусы, нахрен их сожгла. Что интересно, девушки носят стринги в двух случаях. В попу и в клубы. Все.
А для Тарзана стринги, сука, деловой костюм. Да, кусок тряпки — это такая легенда. Варежки. Изначально варежки задумывались как украшение на детей. Но перетянутые между собой резинкой от трусов, зимой на улице варежки обозначают, что ребенок чей-то. Все прошли через этот ад, да, в обоссанных колготочках? Вот тебе варежки, колготки, носи, не пролюби, мама, все. Пуховик. Пуховик, сука, теплый. Пуховик придумал голодный вьетнамский фермер, когда задушил гуся баллоневой курткой. Пуховик, сука, как баба. Он теплый и все время лезет. Шуба. Шуба, сука, дорогая. Шубу придумали бизнесмены как средство оплаты труда моделей в нерабочее время. Соответственно, полушубочек за полшишечки, да? Расценка не меняется, да. Если вдруг увидите зимой, мужики, идет в полушубочке, значит, можно. То есть, да. Пилотка. Пилотку придумали одинокие водолазы. Чтоб тоже было во что нырнуть. Кто нырнул в пилотку первым, назывался пионер. Кстати, пионеры придумали вот пионерский галстук, думают, что все придумали пионеры. Нет. Пионерский галстук вот этот вот придумали ковбои, но носили его не на груди, а на лице, чтобы наводить ужас на индейцев. Да, многие индейцы умирали, так и не узнав, есть у ковбоев рот или нет. Ну и, наконец, очень модный аксессуар, одежда – это шарф. Шарф придумала пьяная бабушка, которая вязала носок и нахрен уснула. А вообще очень даже не важно, во что вы одеваетесь, цвет, размер. Главное, кто вас, сука, раздевает. Вадим Галыгин, специально для Comedy Club. Спасибо. Добрый вечер. Серия миниатюр телохранителей разных людей. Первая миниатюра — телохранитель Поплавского. Я иду по дорозе, по дорозе дитинства мого. Давай, давай, давай. Да, выше, выше, да, давай. Выше, еще выше, давай, давай, ну. Давай, стреляй, пока никто не видит, давай, стреляй, ну. Значит, следующая миниатюра — телохранитель Сергея Шнурова. Сережа, держись, Сережа, спокойно, Сережа, спокойно, тихо, уходите, уходите. Сережа, тихо, уходите, пожалуйста. Уберите женщин и детей, убери Сережа, все, спокойно. Телохранитель... Эль Кравчука. Алло, алло, алло. Вы знаете, я только что вышел в подъезд. Ну? И там мелькнула тень. Да как, ну кому ты нужен? Что ты выдумываешь? Ну что за рассказы? Тень, я мелькнула тень. Вы не понимаете, какой это опасный район. Это Борщаговка, вы понимаете? Что ты ходил там вообще? Что ты ходил? Я пошел за батоном. За батоном. Я тебе утром привезу батон, молоко, все. Спи спокойно. Быстрее. Господи, достал уже, ну. Следующая — телохранитель Верки Сердючки. Уберите его. Уберите Шнурова. Уберите Шнурова. Уберите Шнур. Ну и последний. Последняя миниатюра — телохранитель Януковича. Справа в тому, что я уже как бы премьер-министр. Так. Можно немножечко так, порадоваться. А ну пошел отсюда. Я говорю, пошел отсюда. Что ты стоишь? Я говорю, пошел отсюда. Что ты пялишься? Вали отсюда. Ты слышал меня? Подожди. Ты слышал меня? Пошел отсюда. Вали, я говорю. Ты нормально? Пошел отсюда. Уматывай отсюда. Что такое? Подожди. Начинается. Так я не понял, что такое-то. Какие проблемы? Праздник мне мешает и проводить, ты видишь какой-то. Вали отсюда. Так вот, так вот, я продолжаю. Значит, не, ну сюда, сюда иди! Приемная шоу-бизнеса. Здравствуйте. Здрасте. Это приемная шоу-бизнеса? Да, да, это приемная шоу-бизнеса. Мне нужно попасть в постель к самому главному продюсеру, Михаил Михайлович. А кто вас направил? Он и меня и направил. Как? Он подошел в ночном клубе, сказал: девушка, вам место в шоу-бизнесе, и назначил мне постель. А, то есть вам назначено, да? Да-да-да, на 2 часа 3 раза.
А, не, я извиняюсь, перепутал. На 3 часа 2 раза. Ага. Вот так. Ну, сейчас я сюда на скучку. Да, да, да. Алло, mm-hmm. Михаил Михайлович, к вам тут 1,83 м, блондинка. Да. Певица, скажите. Да подожди, непонятно еще, кто ты, сейчас мы узнаем. Сейчас. А, ага, да, хорошо. Одну секундочку, он просто сейчас не может, поэтому... Ага, он занят, да? Нет, он не занят, он не может, понял? Как бы... Вот. Да. Давайте я вас запишу, наверное, завтра на обед. Я завтра... в обед не могу, давайте на вечер. Нет, вечером у него Андре Тан, это надолго, я думаю, это надолго. Давайте тогда с утра, я могу с утра. Нет, с утра, вот он все-таки, он поздно встает, это не надо, чтобы... Он спит долго, да? Нет, он не спит долго, он поздно встает. Я русским языком вам говорю, что не понимаете. А почему вы сразу к Михаилу Михайловичу в постель, мне интересно. Вы были уже у его зама Сергея Николаевича? У Светланы Анатольевны вы были? А, нет, нет, я не, а в чем дело? Я не понимаю, это шоу-бизнес, понимаю, это серьезная система. Сначала к заму Сергею Николаевичу, в постели, резюме, фотографии, 3 на 4, все. Он с вами в извращенной форме. В какой это извращенной форме? Милая моя, эти правила придумала не я. Это форма, утвержденная министерством. Знаете что? Это мне надоело, понимаете? Что такое? Это мне надоело, я уже 2 недели с этим резюме в зубах прыгаю с постели в постель. И нигде мне четко ничего не говорят. Милая моя, это шоу-бизнес. Это серьезная организация. Здесь конкурс 10 человек на одну постель, понимаете? Вы думаете, ему нравится с вами вот возиться постоянно? Это работа, знаете какая? Как он устает, знаете? Хорошо, хорошо, я поняла. Значит, мне еще, чтобы в постель попасть, нужно деньги вам дать, да? Хорошо, вот, возьмите деньги. Так. Только чтобы я обязательно попала в постель. Так, забери деньги, забери деньги. Нет, возьмите. Ты молодая и глупая еще, забери деньги. Не все в шоу-бизнесе делать через постель. Не все такие добрые, как Михаил Михайлович. Еще пока. Сейчас вот... Сейчас вот будет... Маленький перерывчик у него будет, я сейчас сама зайду, все порешаю, все, что нужно. Сколько там у тебя раз? 3 раза. 3 раза. Давай бумаги свои, давай бумаги. Все здесь вот, нормально? Вот смотрите, значит, вот здесь список литературы, обоснование, чертеж. Ну хорошо, ладно. Где ты хочешь? В шансе? Да, да. Ну пой там хорошо, чтобы мне не было стыдно за тебя. Вот скажешь, если спросят, скажешь, что во всех постелях была, все подписи стоят, все нормально. Все, ладно. А скажешь, что Михаил Михайлович вообще в восторге от твоих танцев? Песен. Да какая разница, о, господи. Андрей Молочный. Антон Лирник. Давай ты мне Чехова. Не будем нарушать традицию, как всегда начнем с традиционного анекдота от Comedy Club. Как-то на улице Гарика Кричевского остановила милиция. Так, значит, документы ваши. Что такое? Документы, делать? Говорю, ваши. Я не понял, что происходит. Все, следуем за мной. Секунду, я Гарик Кричевский, ты понимаешь? Я говорю, следуем за мной. Я Гарик Кричевский, я певец. Мой номер 245, ты понимаешь? А я Костя Стогней. Сейчас на камеди все места позанимает. Будем стоять с тобой. Мой номер 245. А, Гарик, пошли, ну не морозь. Номер, который называется «Аспирант и руководитель диссертации». Здравствуйте. Так, добрый день. Так, Молочный, да? Да, да. Ну, рассказывай, значит, что там, какая у вас тема работы? Значит, тема моей диссертации – конъюнктура рынка, влияние на нее кривой спроса и предложения на экономическую составляющую под действием индекса Доу-Джонса. Ну, понятно. Так, и что? Ну что, мы провели ряд экспериментов. Каких экспериментов? Ну, на крысах. Не понял. Ну, мы взяли коробочку. Так. Сделали в ней лабиринт. Так. В одной стороне положили кусочек сыра, а с другого конца запускали крысу. Так. И крыса со второго раза запомнила кратчайшую дорогу к сыру. Это означает что? Что? Что крыса умная. Все? Нет. Так. Мы пошли дальше. Мы взяли этот сыр, заменили на отравленный. Так. Крыса ела его и болела. Это означает что? Что? Что крыса глупая. Все? Нет. Так. Мы пошли дальше. Так. Мы один раз сложили нормальный сыр, другой раз отравленный, и крыса окончательно запуталась. Она то болела, то чувствовала себя хорошо. Это значит что? Что? Что и у крыс нет стабильности. Нет стабильности. Все? Нет. Так. Мы пошли дальше. Мы взяли группу крыс.
посадили их в эту коробочку. И кормили их только в том случае, если они с 9 до 18.00 с понедельника по пятницу крутили колесико. Это значит что? Что? Что даже крыса понимает, что никто ее не будет кормить на халяву. Все? Нет! Так! Мы пошли дальше. Ну? Мы по пятницам стали вместо сыра ставить им блюдечко с алкоголем. В неограниченном количестве. Крыса пила его и всю субботу болела. Это значит что? Что? Что у крысы тоже болит душа. Все? Нет! Так! Мы пошли дальше. Ну? Мы заметили, что самые развитые и умные крысы поняли, что крутить колесико не обязательно. Вот. И начали шариться. Это неправильно. И я был возмущен. Мы пошли дальше. Мы пошли дальше. Пошли дальше. Мы этим крысам по субботам и воскресеньям начали отключать горячую воду, а иногда даже свет. Но эти крысы все равно продолжали платить за квартиру. Это значит что? Что? Что этих крыс из ЗЭКа пора травить. Травить. Это гениально. Пошли дальше. Пошли дальше. Так. Мы дальше начали ставить этим крысам шансон. Да вы звери! Да! Это гениально! Это гениально! Пошли дальше, и что? И дальше мы заметили, буквально через какой-то короткий промежуток времени у крыс вот здесь вот на лапках начали проявляться татуировочки. У 70% надпись «Люба», а у 30% «Якорек». И тут эксперимент вышел из-под контроля. Одна крыса, ну, воспользовавшись халатностью одного из сотрудников, вот, сбежала из лаборатории и по поддельным документам хотела улететь в Париж. Не понял. Это я. Я тебе дам колесико крутить. Какое колесико? Я тебе дам колесико. Покажем маленький номер, который называется очень просто «Случай в офисе». Андрей Сергеевич, да. Добрый день. Понимаете, добрый у нас день. Очень важная проблема, вот такая к вам. Что случилось? Понимаете, нам? Вот вы у нас начальник охраны. Значит, да? Я сам, наверное, про себя расскажу. Работаю я у вас на фирме, на. Начальником охраны, на. Вот. Фирма занимается констоварами, на. Вот. Я стою на вахте, на. Представляю фирму на мировом уровне, на. Стою, бдю, на. Андрей Сергеевич, у нас вам важное поручение, понимаете? Что случилось? Заболел сотрудник это один. Это плохо, на. Он завтра должен был японскую делегацию встречать, понимаете, в аэропорту. Нужно, чтобы вы его заменили, да, чтобы встретили так. Японцев, отвезли их в ресторан. Стоп, давай по порядку, все перепуталось, на. Значит, вы встречаете японцев в аэропорту. Во сколько японцы прилетают? В 7 утра прилетают японцы. Значит, в 5 утра. В 7 утра они прилетают. В 5 утра я просыпаюсь. Я бреюсь, на, принимаю контрастный душ, на, я одеваю пилотку, чтобы отставить. Значит, вначале я просыпаюсь, на, одеваю пилотку, на, потом бреюсь, принимаю контрастный душ, на, итого 5.03, на. Значит, в 5.05 я буду в аэропорту, на. В центре аэропорта, на. Стоять с табличкой «Джапан», на. Бдеть, на. Они прилетают в 7 утра, зачем 5.05, скажите им, я буду в аэропорту, на. Зачем так рано? Потому что жизнь полна неожиданностей. Хорошо, ладно, так. 7 утра, вы встречаете японцев, садитесь в машину, едете с ними в стоп, город. В машине, в пилотке, на. В пилотке, неважно, едете, да, едете их, значит, в гостинице селите. В гостинице можно в пилотке? Можно, неважно, в пилотке, потом в ресторан. В пилотке, на. Потом едете их в ресторан. В ресторане, в пилотке. Какая разница, в пилотке или без пилотки? Так, что дальше? Надо четкая инструкция мне на, чтобы я все не перепутал, но ни в коем случае на. Ну? Ну, дальше нужно было в сауну ехать, но я сейчас не знаю уже. Сауна на. Ура! Не! Хорошо, на. Ну, в принципе, давайте в сауну, наверное. Давайте в сауну. Вот, я понял, с ними там вместе. Ура!
Женщина! Говорят, один из японцев гей, значит, вы с ним заходите в отдельную комнату и с ним там... Курятина! Хорошенечко так его... Курятина! Епошкана! Потом берете ящик коньяку и можете с ними вместе... Коньяк я не пью. Уж и когда я выпью, я с дурной, на. А там уже что в пилотке, что без пилотки, по барабану, на. Ура всех японцев, на. Все. Андрей Сергеевич, главное, чтобы начальник остался доволен. Потому что если начальник наш будет недоволен, то... Я знаю, будет ура по очереди, на. Ура!